Недавно в Каспийске появились точки электросамокатов. Некоторые граждане оказались этим недовольны и обратились с жалобами в социальные сети городской администрации с просьбой среагировать на данный факт. Стоит подчеркнуть, что претензии были следующими: неправильное расположение средств передвижения, нарушение скоростного режима, а также то, что некоторые люди катаются на территориях, которые предназначены для прогулки. По этому поводу главный специалист отдела экономики администрации Каспийска Иса Ахмедов и участковый полномочный полиции Каспийского отдела Рамазан Закиев 18 августа провели рейдовые мероприятия. Специалисты провели опрос среди горожан на территориях, где расположены электросамокаты. В результате опроса было принято решение изучить правомерность нахождения данных средств передвижения на улицах города.